Как называется ваша программа? В какое время вы выходите? Кто ваша целевая аудитория? Отвечай! Ну чего, Лех? Да молчит, блин. Какие темы в программе сегодня? Может быть, это кляпают все. Поможет, думаешь? Поможет. Программа как называется? Профилактика. Всем привет, друзья. И вначале несколькими штрихами картина дня. Москва или отставка? Боевой клич российского генералитета. Более 160 российских генералов и полковников уволят со службы за отказ переехать из Москвы в регионы. Генералы и полковники согласны защищать родину только в пределах Московского Садового кольца. Далее. Талантливая женщина-бизнесмен. Женщина-бизнесмен Елена Батурина продала свой холдинг «Интека» где-то за $1 миллиард. После отставки ее мужа, талантливого мэра Москвы, почему-то бизнес не заладился. Ну и, наконец, сборная России по футболу в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2012 года в Польше и на Украине сыграла в ничью со сборной Ирландии, сохранила за собой первое место в группе и, в общем, шансы на выход в финальную стадию соревнований. Теперь все решится ровно через месяц в гостевой игре со сборной Словакии. Все в наших руках, получается, то есть нога. Хотя могло решиться прямо сегодня. Ну, Анатолий так смело запихнул футбол в общую картину дня, но мне кажется, тема такая, что имеет смысл рассмотреть ее чуть более подробно. А так более подробно мы остановимся, расскажем о том, кто заплатит налоги для богатых, почему бросить Курилы вредно для Сахалина и от чего так радует второе место впервые за 20 лет. Обо всем в этом в профилактике, друзья, начинаем.